Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53-00-53, 50-26-50, 8-702-267-43-93. Здравствуйте, вы смотрите программу «Каждый день». Прекрасную, красивую и милую половину человечества редакция нашей программы поздравляет с 8 марта. Сейчас информация от нашего партнера, затем прогноз погоды, новости и афиша городских мероприятий. В Сеном Клиник новые возможности выполнения магнитно-резонансной томографии. Если у вас боязнь замкнутых пространств или беспокоит боли, ваш малыш нервничает и не может лежать неподвижно, избавьте себя и ребенка от стресса, неприятных ощущений и дискомфорта. Запишитесь на диагностику в нашу клинику и сделайте МРТ под наркозом. Исследование выполняется под контролем практикующего высококвалифицированного врача-анестезиолога-реаниматолога Сатаев Жайскайрат Турегалиевич, врач высшей категории с большим опытом работы. Запись на консультацию по телефонам 41 51 51 8 702 267 43 93. Сейчас прогноз погоды на завтра. В Мартуке днем минус 5, ночью минус 11. В течение дня солнечно, без осадков. Ветер умеренный, северо-восточный. В Алге также солнечно, без осадков. Ожидается малая геомагнитная буря. Днем минус 4, ночью минус 13. В Хромтау солнечно, ветер умеренный. Дневная температура минус 7, ночная минус 13. В Бадамше солнечная погода на протяжении дня. Температура воздуха минус 6, минус 13. Ветер северный 8 метров в секунду. В Шалкаре пасмурно, дождь, днем плюс 2, ночью минус 3. А сейчас о погоде в нашем городе. Если вы руководитель или собственник бизнеса, хотите повысить свои управленческие навыки, получить новые инструменты стратегического управления бизнесом, тогда вам в Высшую школу бизнеса Алматы Менеджмент Университет. Уже третий год в Актобе проходит обучение по программе General MBA. За 2 года обучения вы получаете академическую степень магистр делового администрирования и повышаете профессиональную квалификацию. Слушатели программы MBA получают 3 документа. Первый – диплом государственного образца Республики Казахстан о присвоении степени MBA. Второй – диплом Алма-Ю о присвоении степени MBA. И третий – именной сертификат о международной аккредитации АМБА. За детальной информацией обращайтесь в бизнес-центр «Дастан», первый этаж, офис Алма-Ю Запад. В районе Курмыш пропала собака, йоркширский терьер. Окрас, голова рыжеватая, спина пепельная. Если кто-либо владеет информацией о местонахождении четвероногого друга, просим связаться по номерам 8-701-66-44-197 и 8-701-250-40-73. Нашедшего ждет щедрое вознаграждение. Друзья, парк «Капитан Брик» приглашает вас и ваших детей на Масленицу. Проведите этот праздник активно, ярко и весело. 9 марта в парке «Капитан Брик». Время праздничного гуляния с 13.00 до 15.00. Вас ждет угощение блинами и горячим чаем, море веселья, ансамбль «Славяне», народные забавы и игрища, конкурсы, хороводы, детская развлекательная программа. Ну и, конечно же, традиционное сжигание чучела. Стоимость билета 500 тенге, стоимость детского билета 200 тенге. Постоянные головные боли, шум в ушах, головокружение, боли в пояснице. Боитесь, что мучительные боли станут вашим постоянным спутником? Вы можете не допустить этого, обратившись за помощью к специалисту. В Сеном Клинике ежедневный прием пациентов выполняет высококвалифицированный врач-невропатолог Калиева Элита Кирламбаевна. Каждому пациенту лечение подбирается в индивидуальном порядке. Телефоны для записи 41 51 51 8 702 267 43 93. А вы смотрели программу «Каждый день». Еще раз с наступающим вас, милые девушки, женщины, бабушки. Будьте красивы и счастливы. До встречи в эфире.
Сенам Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93.